Сегодня очень многие люди живут в тревоге, в переживаниях, в ожидании каких-то неизвестных событий. И как хотелось бы пожелать всем нам укрепить свою душу и свое сердце верой в того, который сказал: «Любящий в меня, даже если умрет, оживет». В того, который не просто победил смерть, но указал нам истинный путь, назвав этим путем самого себя: «Я есть и путь, и истина, и жизнь». Жизнь – это Христос. Путь к Нему – это настоящий путь жизни. И свет, который приносит человеку радость веры, освещает весь его жизненный путь. А потому давайте постараемся последовать этим путем, и для нас тогда будут понятны следующие строки. Как сложится судьба, никто не знает. Живи спокойно и не бойся перемен. Когда Господь чего-то отнимает, не упусти того, что Он дает взамен.